знаем, как США и Великобритания наносят авиаудары. Пусть они и не ставят перед собой такой задачи, но в результате этих действий всегда гибнет гражданское население. Это происходило практически при каждой бомбардировке, совершенной американцами и британцами за последние 30-40 лет. Нет абсолютно никакой надежды, что сирийское правительство одобрит проведение военными США или Великобритании авиаударов на своей суверенной территории. Слишком велик риск гибели невинных мирных жителей. Правительство Асада на самом деле выигрывает эту гражданскую войну. Если бы западные страны действительно хотели помочь Сирии, то они просто прекратили бы вооружать так называемых повстанцев и перестали бы тренировать их, когда они пересекают границу Турции на пути в северную часть Сирии. Если боевикам перестанет поступать оружие, а также деньги от Саудовской Аравии и Катара, эта война закончится за неделю.